Мы играем в катку в этом, в командном бою. Не смотрите на скины, просто меня заскамили на нож. Какой-то чел просто решил заскамить меня. Ну, скины хотя есть, но они остались, их мало очень, и скины не очень хорошие так-то. Но все равно... Я продолжаю играть в эту игру. И на... Ну, скины так-то не важны. Главное, это и хорошо играть. Но все равно. Скины как... Со скинами как-то поудобнее, наверное, играть. Опа-на. Вас ловили. Тихо. Блин, я хотела его убить. Ну, ладно. Давайте возьмем какой-нибудь... О, нет, не М. Она у меня на рынке стоит. Давайте возьмем МК-1. С глушаком, как это называют. МП-8. Так. И у нас здесь есть тоже кто-то. Так. Всех убивают. Мне даже килы не оставили. Ну ладно, ничего. Опа. Двоих убили. Ай, я думал, он снизу стоит, а он, оказывается, был сверху. Сегодня будет еще один ролик по стендовку тоже. Запишем его с вами. Посмотрим, будем, наверное, запишу рубрику. Кто меня выиграет, получит голду. Я такую рубрику придумал. Рубрика будет часто на канале. Не редко, а часто. Так что посмотрите, оцените в комментариях, напишите. Еще подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что вам нравятся мои ролики и будете со мной до самого конца. А мы пока выигрываем катку. Так, патроны закончились. О, как он подбежал прям под пулю. Ролики будут все лучше и лучше. Буду стараться над контентом. Так что... Буду делать хорошие ролики. Чтобы вам было хорошо смотреть меня. А, нас осталось трое. Мы трое втроём против четверых играем. Да. Если что, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Я могу даже сделать рубрику по этой теме. За такую рубрику. Просто разговариваем так. А, почему-то мне не нанесло, может, залагало вот так. Так. Ой. А, мы его забрали, ну и ладно. Так, пока что у меня 10 киллов, нормально. Ой. Когда будет 50 подписчиков, или сколько-то там будет, ну, короче, со 100 подписчиков будем вести стримчатки, так что залетайте, когда будет 50 подписчиков. Я вам подробнее расскажу, когда будет 50. Во сколько и когда, ну, и сколько будет идти стрим. И пишите, с кем поиграть, в какие игры, в... Так что пишите. На все буду отвечать в следующих роликах. И у нас подходит время, и мы выигрываем уже катку. Наверное, мы ее и выиграем. Так.
Ну давайте сыграем тогда две катки, одну такую и одну тоже такую. Так, 12 киллов, и у нас подходит таймер. Ой, я на последней секунде убил человечка. Ну так и подытожим эту карточку. У меня 14 киллов и 10 смертей. Так, давайте будем не выходить. Давайте сразу продолжим здесь. Выберем карту еще одну. Так, давайте мы пойдем на арену. Давайте опять. Все за арену проголосовали, ну и отлично. Ждем. О, так, все, карточка запускается у нас. Давайте попробуем всю катку отыграть с АВМ. Посмотрим, сколько будет у меня киллов потом. Так. Давайте возьмем еще тогда дигл. Как он тут прыгнул? Ну ладно. Что, мы на разминочке гилет дадим или нет? Что? Почему-то не зарегала. Ну ладно. Ай. Да боже, что со мной? О, наконец-то. Прикольный дигл дают. Первого. Башка у него там торчит. Ничего, вон там все... А, понятно, что с нашими тиммейтами. Они просто все ходят туда. Опа-на, пока, братик. Ту-ту-ту. Килл, конечно, был. Конечно, мы их всех быстро убиваем. Так, еще 3 минуты ролик будет идти. Так что так. Ай! Я, блин, промазал. Блин, меня сзади убивают. Ну ладно. У нас уже 19, у меня 4 килла. Ай! Они с двух сторон нас убили. Видели, какой я сейчас дал килл красивый? Опа, ну, с копом. Красивый килл дал, нормальный. 2 килла с ноускопа дал. Да блин, ну вот. Я думаю, он сейчас выйдет под мою пульку хорошо выйдет. Так. Ай, я его не заметила, как он стоял. Так, блин, я хочу его пить, попробовать нос. О, вот это сейчас тоже красивый килл был. Не, моментики, конечно, с АВМ у меня хорошо летят. Можно как раз еще, я, может быть, запилю...
вам видосик, как нарезочки какие-нибудь с киллами. Но не факт. Не знаю, как получится. А, ну ладно. Там через стену. Так, у меня уже 8 киллов. Я хотел стрельнуть, а он меня уже убил, оказывается. Ай, промазал что-то. Пока. Не на коробки еще залезают, с коробок прям стреляют. Ну, конечно, тут серьезные уже играют человечки. Ну, они и так-то это командный бой, это не соревновательный. Блин, я хотела его на ножик посадить. Ну, так. И у нас, наверное, сейчас через уже через минуту будет. Блин, а я его хотел убить, но или я залагал, или он залагал. Что? Я ему попал и чуть не умер. Да опять! Хочу я их посадить, а они меня. Какой хороший ким сейчас был. А, сзади. Ну ладно, так. Все, подытаживаем эту карточку. 12 у нас киллов сейчас. 68. Мы выиграли опять эту катку. 12 киллов я сделал с АВМ. Так. Давайте выйдем в главное меню. Так, выходим, выходим. Вышли. Так. Вот если что, мой айдишник, аватарка, вот инвентарь, вот доказательство, что меня заскамили на нож. Ну, АВМ я сам слева, вот меня заскамили на все мои арканы и на нож. Ладно, ребят, давайте всем пока. Удачи всем, увидимся в следующих роликах, пока.